Всем привет! Я на днях снимала видео про орхидеи и их названия. И хочу сегодня снять продолжение, потому что часть орхидеи у меня осталась не снятой. У некоторых есть название, я его знаю, а некоторые так и остаются жить безымяшками. Поэтому я сначала смонтирую видео орхидеи с названиями, а продолжение будет орхидеи без названий. Я вас очень прошу, кто их узнает, написать мне, если знаете, как они называются. Для удобства я их пронумерую, чтобы не объяснять, вот та белая в краб, либо там желтая полосочку называется так-то. Можно будет написать, номер 3 называется вот именно вот так. Очень уж мне нравится вот эта орхидея. Я говорила, что у нее сломала цветонос, и тем не менее она продолжила свой цветонос и зацвела. И так как у меня вся квартира светлая, пришлось снять ванны, чтобы показать всю ее прелесть. Такие у него стищи, такая она вся яркая, вот такая она вся красивая. Очень надеюсь на вашу помощь, что вы мне подскажете орхидеи, которые я не знаю, как называются. Я всегда читаю все комментарии и сразу же подписываю горшочки. Всем спасибо!
единожды видела вот такие орхидеи. Как говорится, у нас везде уже стоят орхидеи, только еще в ванной комнате, наверное, нет. И для тех, кто хочет поставить орхидею, такое место, где нет вообще освещения, вот, пожалуйста. Это искусственные орхидеи. И вот я еще тут увидела просто цветоносик с цветочками. На все цвета радуги. Есть и якобы минички. Сейчас я попытаюсь вытащить один цветоносик такой, показать отдельно. То есть вот, допустим, у нас не цветет орхидея в данный момент. Мы можем поставить вот такой вот цветоносик. И вуаля, у нас цветет орхидея. Так что вот такой вариант. Чтобы орхидеи не стояли без цветочков никогда.